Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Oppo Reno 6 Pro изменить настройки даты и времени. В первую очередь переходим в настройки, затем в раздел «Дополнительные настройки», «Дата и время». Чтобы изменять настройки даты и времени, в первую очередь выключаем «Задать автоматически». Здесь можем выбрать наш часовой пояс, здесь можем изменить нашу дату, и здесь можем изменить наше время. Также можем изменить часовой формат с 24-часового на 12-часовой. И можем добавить мировые часы на главном экране. И также есть функция двойных часов, то есть одни часы нашего домашнего региона, а вторые того, в котором мы находимся в данный момент. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока!